Завтра мы 10 октября, как намечено было, уезжаем в город. А сегодня 9-го мне определить надо, где и кто за голубями было, пройдет. И шарика отдаем. Вот уже идут за ним. Давай. Отцепляй его, отдай ему. А там чашки взять надо. Отцепляй его, все. Степан будет у нас за ними смотреть. Ой, 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 радости-то сколько. А чашку кто туда унес его? Я не трогал ничего. Надо же так. Как он мог оттуда ее вынести? Так, возьми там чашечку, а эту вылей для питья. Стоять, Чарик, стой, стой. Да стой ты. Он не знает, кому все. Ой, ой, ой. Вот так. Вот две чашечки возьмешь. Смотрите, какая. А? Трава какая крепкая. Да, конопля. Конопля. Это же из ее одежды делаю. Это не конопля. Это вот что. Вот, вот ну, какая. А что это такое? Это сорняк какой-то. Полынь. Сорняк? Нет, не полынь, это другой что. Намотал сколько? Шарик, а постой, Саша. Смотри, какой. Так, ошейник большой, хороший. Сейчас там только дали. Видел? Отец там взял из машины. Еще поеду к Игорю, узнаю. Что, привезли ошейник, да? Нет, это другой лежал. А, другой. Ну еще шарик. А, шарик. Да ну ты хороший мой. Вот так его петлю прощупать. У него клещи где есть или нет. Да, так, прощупать петлю можно. Так. Помочь? Да не. О, дворец шарика. Дом на колесах. Давай. Кошка белая, он очень сильный кот. Только этого дымка никогда не допускайте до него. Он задушит его, он маленький. А сам натрыженный такой. Так. Я велосипед возьму. Вот они выходят. Я поеду вперед. Там буду принимать их. Это Алёша тут живет. Рядом родители и Андрей. Второй по старшинству после Давыда. А это Любовь. Не знаю. Повезет нас Андрей. На него машина все оформлена. Как я знаю. Петух курицу душит. Шарик переезжает на зиму. Не худо дело-то, но минимум 7 месяцев. Давай. Шарик, пошли. Дымок вон. Дымок. Вон туда, направо.
Ну, здесь можно снять канату. Или не пройдет там, нет. Вот сюда вот, тащи его. Во, конуру вот куда. Мы договорились. Вот сюда вот поставьте. Вот сюда его поверни задом. А зимой там будет поднимать кверху. Вот так. Все. У нас бы такие дома были. Раз и привез. Ну, такие дома. Щашки. Так. Воды ему надо сразу. Чашку воды надо ему узнать, как он достает. Так. Ну, пока поставить воду сюда. Поставь сюда. Сейчас воды нальют. А чашку это еда. Все. Прицепляй. Давай я подцеплю. Ну-ка, на расстоянии вытянутой надо цепи поставить. Ну-ка, поставь это. Прицепляй его. И вот этот вот, который будылья, это надо вырвать все. Ну, забегал. Что он делает тут? Надо пометить свою территорию. Да это уже не просто пометил, а оформил. Выдергать это. Везде выбросить. Подальше вот туда. Куда ты? Привяжи его. Сейчас надо ямочку вырыть, чашку поставить куда. Все вырвалось. Видите, как калитку сделали? Да. Калитка на колесике. Подожди. Вот калитка как, на колесике. Надо. Да. А я тоже думал, как сделать. Оказывается, вот как можно сделать. Так, надо, наверное, ему там это маленько, Володя, возьми чем-то чашку, чтобы ямка была. Подожди. Может, сюда поставить надо, с этой стороны? С этой? Да. Тут калитка. Ну, а что калитка-то? Вот сюда вот вплотную к конуре, чтобы он цепью не зацепил. Вот здесь вот. А там что? А там другая территория, давай. Вот сюда, колосамой этой, вот здесь, вот ямку сделай немножко. О, не пойдет. Там камень. Ну и там, наверное, камень. А ну-ка, вплотную, вплотную к стенке надо. Иначе он цепью будет переворачивать ее. Вот сюда, давай, вот сюда, в эту, соедини туда это, пыль, вот сюда, нагрудить. На, дай-ка я сделаю, поставь чашку. Все, Шарик, будем прощаться сейчас с тобой. Но тут можно тогда было попросить их пару колышков забить. О, зверюга. А ты как дома? Чашечка поесть. Наигнать. Шарик. А можно здесь вот. Все? Ну, Шарик, да до свидания. Господи, благослови. Давай, Шарик, будем прощаться с тобой. Сорик, Шарик. Андрей, когда тяпнул за ногу, говорит, а сейчас к нему в гости. Исаака тоже тяпнул. Он говорит, злой. Ну, я даже не знал, что злой. Вот так. Здесь все время надо закрывать. Закрывать. Давай, покручи. Все, Шарик. А может быть цепь укоротить, а то она сильно длинная. А что она так длинная? Просто, мы же тут как ходим, он может догнать, ну, то есть достать. Да он привыкнет к вам вообще. Конечно, вы же кормить его будете, да? Он привыкнет.
Да, курочки, курочки, курочки. Говорят, место-то есть. Да не место, дело груз. Да сколько я вешу-то? И еще себе 70 килограмм за 2 мешка картошки. 3 даже мешка. Нет. Мы никого не берем. Мы... Я тебе дам денег на билет, а да оттуда ты хоть загрузи ее тонну. Ладно. Место есть. Не о месте речь идет, а денег, так сказать, груз. Мы должны увезти это все, а Бог его знает как. О, видите? Видите? Определили. Там в бардачке, смотрите, что. Где? Фантики. Ну, в машине. А это что? Надо узнать, чьи. Ну вот. А что там еще? Да там много всяких. Ну еще. Это мы возьмем и разберем, чьи это деньги. Можно ли их обменять. Вон. Это где-то мы были, должны были. Ну это что, мелочь это, я, ну да. Завтра я за бензин дам все как надо. Так это я забыл где, что-то знаю какие-то. Ну вот буквы-то какие? И это грузинские. Грузия. Это Грузия. Это Грузия мы были, они нам на наши деньги сдали своими. Ну что теперь делать? Ну положи обратно туда. А что вы, обменяйте. Ага. В городе обменяйте, да и все. А никто не будет менять. Как ему? А кто обменяет? Ну в банке, в банке. В банке? Это что? Так. Кроны. Кроны? Да. Это где-то, наверное, Швеция. Они обменивают только евро и доллары. Все, больше не работает. Да? Да. О, какие дырявые деньги. Вот деньги, видишь, какие дырявые. А это чьи такие? Ну, кто я знаю, что. Давали сдачи. А, это этих, видимо. Мы проехали неплохо от Владивостока до Лиссабона, ну, вот эти, Швецию, вот Прибалтику и в Скандинавию. Это все туда положить надо. А в общем-то, кто у нас ездит за границу? Никого нет. Что ж делать-то? Это надо взять в городе, попытаться обменять. Ладно, это уже мелочь. Так, если еще обменяем, это твои деньги будут. Да мне куда? Вот на машину что-нибудь. Ну ладно. Надо же так. Ну смотри, там маленький топорик у меня где-то потерялся. Значит, ко мне утром в 9. Ко мне. Компьютер поставим, а потом я уже определюсь, куда как. И грузить. Пошли, Володя. Все, с Богом. Какая красота. Какие это так. Сейчас полезли вести нас. Андрей повезет. Смотрит, а в бардачке там и кроны, и центы, и евро, и грузинские, и какие-то зайчики, и каких только нету. Дорогой-то разменивали, на этой валюте ехали. То есть наши деньги-то. Ну, взял, ходить хочу в банк. Вряд ли буду кто наши тугрики обменивать. Все, пока.